среднестатистической российской семье из 3 человек для нормальной жизни требуется 83 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании холдинга «Рамир». По данным социологов, средний желаемый семейный доход в 2017 вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что каждая шестая семья в России готова нормально жить на сумму до 45 тысяч рублей. Две трети опрошенных претендуют на доход от 45 до 120 тысяч, и еще 22% считают, что члены семьи в совокупности должны зарабатывать не менее 120 тысяч. В исследовании отмечается, что рост финансовых аппетитов россиян существенно превысил годовую инфляцию. При этом расхождение между средним реальным 71 800 рублей и желательным 83 600 рублей семейным доходом достигла самой высокой отметки за все годы измерений. В социологическом опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет. Действительно, посмотрев статистику, неплохие результаты добилась правящая партия «Единая Россия». Огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. Я хотел бы вас поблагодарить. Вы когда-то сказали, что вы трудитесь как раб на галерах. С той лишь только разницей, что у раба не было такой отдачи. А у вас очень высокая отдача. Правда, не говорится, где проводился опрос, на Рублевке или в коммунальном доме, где-нибудь за МКАДом. Ранее в Министерстве труда рассказали, что самый высокий средний оклад в России зафиксирован у сотрудников финансовой сферы. Меньше всего, по данным ведомства, получают сельхозработники, в основном 5-15 тысяч рублей в месяц. В реальности при исследовании независимых экспертов результаты оказались совершенно другими от показателей Росстата. Среднемесячную зарплату по Росстату 36 840 рублей и выше имеют всего 12% россиян, а остальные 88% имеют доход ниже 25 тысяч рублей. Аппетиты могут быть, конечно, высокими на доходы семейного бюджета на 3 человек, но опять 90% семей имеют доход ниже 40 тысяч рублей в месяц. Это жена – порядка 10-15 тысяч рублей, и муж – 15-25 тысяч рублей в месяц. Конечно, есть семьи, живущие на доход от 100 и выше 1000 рублей в месяц. Но они в процентном отношении всего 5-10% семей страны. Конечно, эти 71 800 рублей выше среднего дохода семьи, показатели Росстата, это в основном в Москве и Петербурге. Но Москва и Петербург, как вы понимаете, это не Россия и не показатель жизни россиян. Правительство ничего не предпринимает в увеличении уровня жизни россиян и пенсионеров. Основные пенсионеры имеют доход 7-12 тысяч рублей в месяц. Как прожить? Вот пенсии 9 тысяч. Как прожить мне на ней? Куда вот я отдам только на лекарства 3,5 тысячи дала, только 10 уколов мне сделать. И этот нищенский показатель средней пенсии, даже рекламированный единороссами, в 13 600 рублей в месяц, это реальный, позорный результат за 17 лет правления кремлевского режима. Ну, во-первых, это, о чем я думаю, о чем это говорит? Говорит о том, что, во всяком случае, люди видят, что представители «Единой России», ведущие политической силы, реально стараются для людей. Основные показатели единороссов
что они достигли. Это страшная коррупция по всей стране, полицейский террор, судебный произвол, стремительное обнищание народа, низкий уровень жизни, сокращение поликлиник, больниц, школ по всей стране, развал в экономике. При этом почему-то у нас появилось немало миллионеров и миллиардеров, которые не создали ни Силиконовую долину, ни новые технологии, ни интернет, ни систему Microsoft, ни научные труды, которые потрясли мир. Им это не надо, чтобы стать Билл Гейтсом или Стивом Джобсом, которые реально заработали свои миллионы своим трудом, талантом. А российским миллиардерам надо просто аккуратно носить чемоданы за своим боссом или ярко и красноречиво прославлять также своего шефа, как это делает так называемая российская элита. 23 миллиона людей голодают. Вот что он может сказать в свое оправдание? Все реформы провалены. Реформа образования, реформа медицины. Сейчас у нас только гособоронзаказ выполняется. Танки в Сирию идут, самолеты в Сирию идут, на Украину у нас идут. Когда о простых людях? Сейчас сносить будут пол Москвы. Выходят митинги постоянно. То есть дальнобойщики, Платон, коммунальные. Сейчас пятиэтажки сносить будут. То есть уже, я не знаю, терпение людей на исходе. Что вот он может сказать простым людям? Вот у меня... Вы верите, что он вам ответит? Сомневаюсь. И, собственно, я понимаю, что ситуация только будет сейчас хуже. Я выходил на все митинги, буду выходить дальше. Призываю всех людей поддержать. Надеюсь все-таки, что скоро у нас какие-то изменения наступят. Я очень на это надеюсь, верю в это и поддерживаю всех людей, которые мои единомышленники. Вот. Надеюсь на изменения.